What is happiness for you? Доброго времени суток. Сегодня я покажу вам самые лучшие материалы о выращивании грибов вешенка. Одним из таких, можно сказать, ведами в производстве вешенки является канал Funny Mushroom School, на котором вы можете подчеркнуть масса полезной информации, которая вам будет необходима. Начиная от планировки помещения, заканчивая приготовлением субстрата и разными способами изготовления стеллажей и всего остального. А также предлагаю вашему вниманию самую лучшую книгу о выращивании, о создании фермы по выращиванию вешенки. Я не зря в начале этой публикации поставил заставку о ведах, потому что вот эта книга является ведами в производстве и создании фермы по выращиванию вешенки. Прошу вас обратить особое внимание, даже бегло просмотрев сами названия глав в этой книге, вот выбор помещений, подготовка помещений, субстратное производство, технологическая схема выращивания вешенки и множество самой полезной информации, которая только можно найти вообще в интернете. Эта книга мне когда-то очень давно попалась на глаза и стала таким первым полноценным хорошим изданием вообще о выращивании грибов. Внизу там я еще предлагаю вашему вниманию небольшой пример такого баннера для рекламного. И вот режим работы, основное оборудование. Есть множество материалов, с которыми нужно будет ознакомиться. И по прочтению этих материалов у вас сложится такая, вот здесь 19 всего страниц, у вас сложится полная картинка и полное впечатление того, что вам будет необходимо для создания фермы по выращиванию грибов вешенки. Как найти эту книгу? В комментариях к этому видео там увидите ссылочку на этот материал, на эту книгу на Google диске. Предлагаю вашему вниманию вот такой вот очень полезный и хороший материал. Самая лучшая книга, первая как букварь, о выращивании грибов вешенка.